Вати побегают у нас. Через улицу. Тут только одно окно играбельное. Блин, пару метров недолет. За газелькой встали. А синий кот? Нет. Белая газелька. А, ну да, забор этот непреодолимый, блядь. Придется взрывать его, походу. Горячие головы. Лежат! Лежат, лежат, оба лежат. Сука, хорошая. Хорошая. Поиграли, ребятишки. Йоу, у тебя что такие модные-то? Меня прям дергает. 40 FPS. Перезайти бы твой... Капец, а что они такие жирные? Я даже все не унесу, вид. У меня один бот остался, тебе много еще? Ну до хрена. Пошли на развязку обратно. Ага, ну не такой. Я тоже хочу Костик доделать. Или хотя бы этот рейд. Полностью пройти. Кто-то как будто выход у общаги есть? Активировал. Зелененьким горит почему-то. Значит, активировал. И где? Выходит. У зеленого трейлера. Автобусного? Меня убили. Опта. Чалобу. Нажил чалобу. С какой стороны была? Возле автобусов прямо? Да, да. Он прямо сейчас меня будет слева, слева, короче, вход. Левого входа прямо у забора. Их двое. Они там разговаривают, типа, good job, good job. Победили. Убил двоих. Убил третьего. И четвертого. Идти тут челоботов пришло, Аня. Ты где их взяла столько, блин? Я приманила неприятности. Когда с тобой играю. Четыре, блин, челобота. В белых улачах там, ютить модные. Тут еще бегает там, слушай. Пятый? Это обычные боты, ладно. Если бы там был пятый, я бы вообще охренел. Тут тоже, да, все вроде как. Всякие обвесики вот этим можно, конечно, забрать. И погнали. Шнырь, собор, ювелир. Понятно. 60 попаданий за этот рейд. Еще 3 минуты оставалось, мог бы и камеру успеть. Замолчи. Замолчи. Опта. Нормально навытаскивал? Всякого. У костра, который. Или ты там? Не-не-не, я на дороге пока еще. А, по забору. Костру уже бежит? Не-не, здесь камень. Камень на нашей стороне. Кидал. Трое! Ой-ой-ой. Один ближе к палатке, вид, уже шел. Убил одного. Я по забору от палатки. Там чел должен быть уже у тебя. Хорошо, у меня еще. Убил. Я у камня. Я тут штопаюсь за камнем.
же мыло на экране, господи. Я под морфином, чат. Ну, я сломал конечность, заюзал бейсбол. Ты по кому? Вот, пришел к нам. Заюзал бейсбол, и все, что у меня изменилось, это цветность экрана. Да-да. Включи и выключи хромоперацию. Сейчас попробуем. Включил. Выключил. Ну, слушайте, да, размытие по краям пропало. Ёптыч. Спасибо, чат. Что надо сделать? Ну, когда бейсбол на тебя действует, надо включить и выключить хромические аберрации в настройке графики. А-а-а. То есть это баг очередной? Нет, это не баг. Баг то, что это можно выключить. А-а-а. Но в данном случае это фича. По мне меня убьют, скорее всего. Я на рельсах, он где-то от сетки. Угу. У меня в ангаре тоже тип сидит. Взорвал этого мудачка. И нет! Да ты не один, блядь! На лицах двое было. Понял, здорово. А, сверху? Ну чё ты, крыса, живая там, не? Сдохла крыска. Поехали туда. Закладываю деньги. Угу. Опа, это кто тут сидит такой пригорюнил, блин? Че? Ты че за нами? Блять. Купец его посадили на то. Это как лиса раньше, мем был, где лиса упоротая сидит, бля. Не, ну это прям 10-10. Как его так убили? Что он делал на этой тумбочке? Когда называется, когда не везет в Таркове. Бегу на выход по стеклу. Я у выхода стою, у двери жду. Почему я не удивлен? Вот я вообще даже глазом не моргнул. Слышь, этот смех. Ты понимаешь? Не заходите, убью. Я бежал, вот с
чувствую, как будто мы договорились, что ты мне ноги выбьешь на выходе. Конечно, что еще можно ожидать от Ани? Подскажи, пожалуйста, кроме у пакости. Тебя раньше в ПК были настройки для Таркова в Nvidia, найти не мог. Настройки для Таркова в Nvidia, да, и сейчас там есть. Тема называется «Актуальные настройки Таркова». Там сверху все скриншоты. Спасибо за поддержку. А, и все? Да. Ледокс не берешь на полу, офигеть. Че, реально не взял? Положи обратно. Быстро. Быстро верни. Быстро, бля. Верни. Вот так вот, я им ключи покупаю, они мне ледокс не возвращают. Не был там ледокс, не покупал. Че, она Вита обижает? Но она злая, потому что... То есть, когда меня обижают, это нормально. Да хоть раз тебя кто-то обижал вообще. Верни ледекс. Видели, даже мне еще угрожает. Нашел ледекс, блин, у нее под ногами. Да потому что я не успела посмотреть, блин. Штаныч. Зачем миллионерам ледекс сейчас спрашивают? Действительно. Ладно, ладно. Сами своем ЧС под кровать будет, почему просто все время покупать. Вон, у тебя деньги уже все там есть. Ты уже богатый. Ты ходишь? Я встала. Мечем. Лутаешь. Мечем кида. Раской. Перед нами чел. Бил. Так, чуть не успел. Юсек был. Че, снайпер. А, снайпер там, понятно. Занимайся там, что там тебе надо? Руки, ноги отстреливать. Фина! Минус. Крися. Ой, тут сколько у него интересного-то. С Юсека, что ли, уже идет? После рейда, если напомните, могу вам показать, как там их проверял. Мы когда гуляли по Адлеру, я поставил точку на нашем отеле. Ну, типа, чтобы... Типа, до отеля дорогу, так сказать, обратно найти. И вот, вот мне часы подсказывали, куда мне идти, как бы. Сколько метров осталось. И стрелочка, вот эта маленькая секундная стрелочка, показывала, куда двигаться, короче, до отеля. Такие вот часики. Один бот еще тут в углу стоит. Я хилюсь, он все руки повыбивал. Тебе? Не-не, я туда. С моего входа будет заходить. Убил его. Металл сзади. А, вот. Чем то? Да. Пойдем этот через егеря туда. Там мосинки стреляют. А мне стропы убили меня. Бля, болтовка какая-то. Она и сидела все это время тут. СКС-ка же стреляла. Нет, вот этот стрелял, по-моему. СКС-ка стреляла. СКС-ку мы убили. Это еще один чел. Ты где-то у кустика был? В кусту в каком-то я тут забежал.
ХЛПС. Убил его. Башка болит? Да нет, не болит. Спасибо, что поинтересовался. Тридцать седьмой. Братанчик. Выходи хоть из игры иногда. Пивка попей там, я не знаю. По мне работает. Я понимаю, да. Ищу его. Вижу его. Убил. Красная повязка у него, может быть, не один. На камни прыгает наверх. Куда-то. Я внизу, кажется, со стороны ютеков. Вижу, лег там лежит. Убил. Даже не склипнул. После такого бейсбола хочется еще один бейсбол выпить. Бейсбол против бейсбола. Эффект этот пропал. Тебе? Да, тип. Да, господи. Где он? За камнем, да? В сторону этого. Нет, за деревом. Тень только вижу его. Спрячься, если можешь. Бля, он ровно за деревом от меня. Убил. У Света визуальная отдача там. Как будто лучше, чем не на СВД. Да, у нее меньше отдачи, как будто. Даже не то, что визуальная. С нее как-то прям приятно тапать. Меня убили. Да, блин. Откуда, блин? Там же у камушков был. Бот, наверное. Боря человек. Боря человек? Угу. Без скобочках никнейм, да? Нет, просто Боря человек. Ну, значит, Боря человек тебя убил. Че, это новый двухстолк? Обрез. Слот пистолета ставится. Надо, на, возьми. А, в пистолетный слот ставится? В этом, видимо, прикол у него. А, ну да. Обрез. Просто заходишь. Оружие на пол, руки за голову, всем лежать, морды в пол. Анонист чертов. Пилишься, ты ли что-то делаешь такое подобное? Нет. Прям под нами, как будто чел. Прям под белугой. Давай, давай, давай. По нему боты бахают, как будто бы. Ага, вижу. Бело. И кусты. Да. Вот и слева они прессуют тут. Ходит чило, второй этаж этого. Убил. Вот внизу, он напротив. Ага.
Билвилл. Ходит там, блин. Жулик. Перед нами справа. Я слепой. Да, я тоже. А звук какой-нибудь? Типа бот нам успел грену кинуть? Без звука она еще и взорвалась? Прекрасно, здорово. Это я понимаю, блин. Новый патч.